Физика и жизнь. Преподаватель с более чем 20-летним стажем о секретах профессии рассказал самарским школьникам. Проект погружения в профессию продолжается в самарских библиотеках города. Подробнее расскажет Елена Чернявская. Александр Соловушкин преподает физику в Поволжском государственном колледже. Предмет ведет не один десяток лет, делится. До сих пор благодарен своему учителю физики, который повлиял на выбор его профессии. Еще Александр Владимирович уверен, что в профессию педагога нужно идти только если не можешь поступить иначе. Ведь быть учителем – дело нелегкое. Александр Владимирович в свой предмет по-прежнему влюблен. Интерес к физике хочет побудить и у школьников, которые пока только выбирают будущую профессию. Мне казалось, что я сумею объяснить многие законы проще и понятнее, чем она. Пока я не столкнулся со своими учениками, я уже сам эти законы начал понимать, они все еще сопротивлялись, говоря, что физика – это предмет сложный. Я до сих пор борюсь, стараясь доказать, что можно физику понимать, что это не только сложно, но и интересно. Проект «Человек в науке» стартовал на базе библиотеки номер 8 год назад. За это время школьники познакомились со многими известными педагогами и учеными Самары, которые рассказали о своем пути в профессию. Данное мероприятие призвано помочь школьникам среднего и старшего звена в профориентации. Встреча познакомит ребят с прекрасным педагогом, физиком, даст возможность узнать интересные факты о профессии, а также мальчики и девочки получат уникальную возможность задать гостю интересующие вопросы. Благодаря таким встречам мы можем многое узнать, новое для себя, открыть новые для себя профессии и получить много положительного опыта. Я ко всем учителям отношусь с уважением, с пониманием, потому что с детьми работать очень сложно, и порой не все правильно ведут себя. И стараюсь всегда соблюдать нормы этикета и правила поведения на уроках. Такие встречи помогают школьникам не ошибиться с выбором будущей профессии. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.